это пример моей курсовой работы. Наша задача – это контроль и удержание заданной температуры. У нас есть две системы. Это две бутылки. Та, что слева, это у нас теплообменник. В нем находится спиралевидная трубка, которая проходит у нас через наш теплообменник и заходит в закрытый контур отопления. Вторая бутылка справа, это у нас закрытый контур отопления, в нем циркулирует по кругу вода. Вода может быть как питьевая, то есть эта система закрытая от внешних сред, и вода может использоваться в ней любой консистенции, питьевая, ну или какая-то другая. То есть ее можно будет употреблять как и для бытовых целей, так и для каких-то там промышленных. Значит, система у нас состоит еще из двигателя, точнее насоса. Он находится у нас внизу. Он подает у нас воду с нижней части нашей колонны отопления по трубке. Она идет вверх, попадает в теплообменник, спускается. Там ниже у нас находится спираль. Проходя по этой спирали, вода нагревается жидкостью и выходит через вторую трубку, через данную трубку, и поступает снова в нашу систему отопления. Здесь также наверху у нас установлен датчик, а клапан, который, с помощью которого можно сбросить воздух, расширяющийся в системе, чтобы она не вставала. Ну, так, дальше. Все у нас связано с терминальным компьютером. От системы идут провода. Датчик температуры, да. Внутри колонны отопления у нас находится датчик температуры, цифровой, DS1620. Он у нас запитан на микроконтроллер. Вот этот микроконтроллер обрабатывает наши показания с датчика температуры и передает их в компьютер, то есть терминал управления. Терминал управления проверяет текущую температуру, смотрит и ошибку, то есть температуру, которую мы задаем, и температуру, которая сейчас, высчитывает коэффициенты и подает управляющий сигнал на исполнительный механизм, точнее на реле. Реле у нас простое, 12-вольтовое, управляется 5 вольтами. Реле, в свою очередь, запитано через блок питания, который я сейчас пока выключил. Блока питания запитано уже движок наш, чтобы мы могли управлять количеством оборотов. Ну, наверное, запустим. Так, показания. Наши показания. Здесь у нас выводятся показания датчика. Он нам сейчас говорит, идет нагрев системы до заданной температуры. Сейчас мы задали температуру 16 градусов. Сейчас температура у нас 14,88. Итак, реле у нас включено, лампочка горит. Это значит, что сейчас у нас двигатель, по идее, включен. Ну, так как я питание не включил, у него он выключен. Итак, ну, запустим наш секундомер. И запустим наш двигатель. Так. Двигатель у нас включился. Началась циркуляция воды. Сразу же очень большой минус, который я, конечно, допускаю,
У меня нету хороших трубок, так как для циркуляции воды нужны хорошие трубки. То есть это будет обеспечивать хороший теплообмен. Ну, в моем случае пришлось использовать трубки из аптеки. Так, включим горячую воду. Горячая вода у нас поступает в теплообменник. Теплообменник нагревает проходящую через него воду и нагревает нашу систему отопления. Так, посмотрим температуру. Сейчас температура 14 градусов. 94 и уже 15 градусов. Так. Я, похоже, задел контроллер. Так, итак, наша заданная температура достигла 16 градусов. Эту температуру мы задали в самом начале. Реле у нас выключилось, так как температуру мы получаем нужную. Сейчас у нас идет устойчивая наша 16 градусов. Ну и сейчас попробуем принудительно охладить нашу систему отопления, сымитировав расход тепла на батареи, например. А в нашем случае это будет просто душ холодный. Простая конструкция. Мы поливаем холодной водой на наш теплообменник и ждем, когда наша температура будет падать. Пока температура 16 градусов, как я разобрался, точнее, как я понял, теплосистема не очень долго держит тепло, поэтому если, например, перепады со светом, с освещенностью у нас могут быть какие-то резкие, то с теплом перепад, он здесь такой очень-очень инерционный. То есть мы вышли на заданную температуру, мы выключили циркуляцию воды, но система продолжает дальше даже нагреваться, точнее не нагреваться, а сохранять тепло какое-то время, пока мы теплоноситель наш не начнем охлаждать. Так. Температура пока 16 градусов. Как будет меньше, мы услышим включение нашего. Так. Ну вот. Температура у нас упала меньше 16, до 14 уже. И включился наш насос. Насос у нас начал качать горячую воду. Горячую воду. И температура наша начала расти. Снова мы получаем температуру 16 градусов. И наше реле опять выключилось. Опять включаем систему охлаждения. То есть подаем холодную воду на наш теплообменник и наблюдаем. Реле у нас выключено, потому что температура удерживается 16 градусов.
температура теплообменника потихонечку начинает у нас уменьшаться.